Почему не спала опять до 5? Думала. О чем? Ты знаешь, думала о никаком. Как это? Это когда мысли до отвала в голове, и они сливаются в один огромный ком. Примерно так представляю себе, когда думаю обо всем и ни о чем. Нет, мне не грустно и не одиноко. У меня вообще все в жизни прекрасно. И если ты думаешь, что мой омут мыслей глубокий, то стараешься ты напрасно. Там пусто. Ты не поверишь, но там неимоверно пусто. Да, со стороны может показаться и грустным, но это лучше, чем если бы там был хаос. От количества ненужных вещей, людей и проблем. Я, может, и сомневаюсь в чем-то, но только самую малость. Мне больше в жизни не хочется неопределенных дилемм.